Здравствуйте. Доброй ночи. Вы празднуете? Нет. Нет. А почему тогда не спится вам? Вообще ничего не праздную. А, в смысле, Старый Новый Год или Да. Нет, вообще, я уже забыл, что это такое. Ну, просто второй повод выпить за здоровье всех присутствующих. Выпить можно всегда, но типа повод это ни о чем. Ну, это же торжественный повод. Какой? Старый Новый Год торжественный Да. повод? А в чем торжество? Но в том, что мы вспоминаем, как это делали наши предки. Какие ваши предки? Ну, это же Старый Новый Год, это праздник, это Новый Год по старому стилю. Да. Ну, то есть, когда-то мы перешли на другой календарь и, получается, начали праздновать по новому стилю. Но наши предки праздновали конкретно в этот день. А ваши предки это кто? Ну, наши русские люди. Ну, прикольно. Это такие ваши русские люди. Вообще прикольно вообще. Ну, так же, как и ваши. Мы же на одном языке говорим, вы не заметили? А если я буду на другом языке говорить, так ну, как, ну, нормально будет? Ну, ваш родной язык какой? Украинский. Украинский, да? А ваши предки на каком языке говорили? На украинском. На украинском? То есть ваши родители говорили на украинском языке, да? Да. Вы из деревни, что ли? Нет, села. С села, да? Ну тогда, может быть, у вас вообще не праздновали. Ни Новый год, ни старый, ни новый. Не, вы не поняли суть. У нас нормальный разговор. Я же на русском говорю. Ну да. Не, ну нормально. А в чем, а в чем, а в чем суть? Не, ну суть вы сказали, ну Старый Новый год. Это я сказал, а какую суть я не понял? Я не понял суть Старого Нового года вообще. А вы не поняли суть? Да. Ну не знаю, ну может быть для вас это не праздник, да. Слушай, ваши предки находились на территории Малороссии. А для чего какой вы... Новороссии? Не Новороссии, Малороссии. А ты в Малороссии? Я в Малороссии? Ну, географически, если посмотреть старые карты, то да. Ты что, или что? Смотрите, я записываю. Подожди, нет, скажи, ты... Просто я записываю. На этом месте нет, ты я вставлю. Я ставлю хрюканье вам, понимаете? Вот вы на Ютубе будете выложены хрюкающим человеком. Вам это приятно будет? Да мне вообще пофиг, вот, что ты меня там выставишь. Вот с такой вот ячей рожей будет хрюкающий человек. Здравствуйте. Здравствуйте. И вас с Новым Старым Годом. Спасибо. Спасибо. Взаимно. Взаимно. А вы отмечаете прям? А вы отмечаете прям? Прямо вот сейчас. Молодец. А, слушайте, а где вы находитесь? Слушайте, вообще? А где вы находитесь вообще? Город Россош. Это Западная Украина? Западная Украина? Нет, это Воронежская область. Почему у вас украинский Почему флаг? У вас украинский флаг? Ну, я в Крыму работаю. А. Прилип ко мне этот значок и никак не отвлечься от него. Ну ничего, вы знаете, ну, ничего, вы знаете. Вернетесь в Воронежскую область Воронежскую и все область. Это. А, так вы уже я там? Нахожусь в Воронеже. Я нахожусь в и никак не отвлечься от него. Это да. А я никак себе не поставлю, потому что я люблю поприкалываться. Это вот знаете, как вот прилипло один раз и все. Я не знаю, надо, может быть, там ID менять, там все эти вот
ну, может, аккаунты менять. Я не знаю, как это сделать, ну, просто невозможно отказаться. Ну, зато вы можете пошутить. Ну, зато вы можете пошутить. А я и что и делаю. Я хожу по Украине как свой, и когда я их нахуй, им так не нравится, вот, вот просто. Ну что ж, ну удачных вам, как это, приколов, с украинцами. Всего вам хорошего. Ну, бывает, бывает. Давайте, счастливо. Родной, целую тебя. Давай. Спасибо вам, все-все. Это сейчас будет страшно. Здравствуйте. Как ты угадала? Здравствуйте. Скажите, а вы отмечали Старый Новый год? Нет. А почему вам тогда не спится? Потому что... Какой тупой вопрос, блядь. Не, ну просто сегодня же праздник по старому стилю. Я думал, вы не спите именно поэтому. Ну, это не праздник. Щедрий вечір, пані, пані господарю, радуйся, о, радуйся, земле, син Божий народився. А когда вы улыбаетесь, вы очень красивая. Знала это и без тебя. А вот когда вы начинаете хмуриться, это пропадает куда-то. Не хмурьтесь, не хмурьтесь. Все люди, в принципе, все люди потенциально, которых вы встретите даже в рулетке, они потенциально хорошие люди. Поэтому можно им... Практически все потенциально хорошие люди. Можно им улыбнуться и... И как она? Да вообще отлично. Чем занимаешься? Записываю ролик. Какой? Музыкант, что ли? Видео. Музыкант, говорю? Да нет, видеоролик. Я вот сейчас вот вас пишу. Само пишет. Вы Старый Новый год праздновали? Не. А от чего вам тогда не спится? Там мы дроны запускали, парашки. Да вы чё? Угу. Так ждем, когда ваше ПО проснется, потому что дрон заедет летать на России. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не умрете, когда мы будем с вами общаться? Потому что вы какой-то очень у вас вид такой, знаете. Какой? Худой, блядь. Худой, какой-то усталый, блядь, какой-то, блядь. Если я перейду на украинский язык, вам будет понятно, что я буду говорить? А вам интересны вообще ответы? Да. Ну просто я спрашиваю в дальнейшем. Просто вы, не услышав ответ на первый вопрос, начали задавать уже второй. Потому что я не задал вопрос до конца, потому что не знаю этих русских слов, блядь. Если я перейду на украинский язык, вам будет понятно, что я говорю? Мне будет понятно, но мне кажется, что вы врете и... Вы такой ненадежный собеседник. Хорошо. Ненадежный собеседник. Ну, то есть, как бы, хорошо. Когда разговариваешь с человеком, обычно возникает, ну, какое, ну, небольшое такое доверие. А если с самого начала понятно, что человек врет, то, в принципе, как-то, ну, получается, друг на другом будем стебаться, да? Да. Вы праздновали Старый Новый год, скажите? Не. Почему? Я скажу відповідь вашим президентом, потому. Он прям такое сказал? Да, вы не слышали такого, да, что он сказал? Слушайте, ну, я так плотно не слежу за всеми речами нашего президента, потому что это достаточно сложно. Бачу, що ви, коротше, якийсь трошечки, ну, типа, ухилий чувак, сидите там, типа, блядь, може, когось там, типа, хочете, типа, блядь, якось загнітати, як Україна, типа, туди-сюди. Понимаю, що вам йти в воєнкомат взагалі не має смисла, тому що вас завалять, блядь, в перший день. От, скажіть, яку мету ви перешукуєте в цьому додатку? Смотрите,
если по поводу военкомата, я снят с учета. По возрасту. Я уже сьомий раз переключаю, и кожна людина не говорит, что она снята с учета. Ну, у меня возраст 52 года. И что, вас 60 років призывают? Это, это офицер, я рядовой. Не призывный возраст у вас 24 роки до 6 років, блядь. Вы как вот начали с самого начала с обманов, да? Так и пытаетесь мне вот донести вот эту вот вашу параллельную реальность, да? Рядовий, блядь, нахуй російський чоловік, який буде платити податки. Ти нахуй нікому не нужен. То ж тебе часи задзвеніли, ото і радуйся, що не задзвеніли. Понимаєш, ти, блядь, ти де робиш? От какая у тебе професія і скільки ти зарабатуєш? От скажи, чесно. А зачем ви перейшли на русский так, як будто вам проще так? Та чим за пряниками перейшов, блядь? Рятівником. Рятівником це що, МЧСник? Це типа пожарник? Ні, краєвий. А хто ти, блядь? 50 років, короче, добре, мене, короче, щоб ми не тратили з тобою час двох, ти мені скажи, чи вважаєш ти Україну братським народом? Ні, я думаю, що ми один народ. Один народ. Тоді я тобі як один маленький якийсь 0,0,0,0 там один там відсоток, я думаю, що ти спілкуєшся з українськими людьми і тебе всі посилають на. Я тобі скажу, що не брат ти мені і пішов ти на. Я в это время ставлю хрюканье, потому что я записываю тебя с. Понимаешь? Да, да, да. Слухай, ти все сказав? Я, в принципі, да. Во время разговора с этими девчонками я вдруг вспомнил детство. Я вспомнил, что в этот день была традиция ходить к соседям и сеять, посевать, с Новым годом поздравлять. Все подъезды были засыпаны разной крупой. После песни нам давали конфеты, и мы шли к следующей двери. Это такая древняя традиция желать хозяевам хорошего урожая в следующем году. Что-то наподобие Хэллоуина, только не нужно чертями придеваться, то есть тут все по-доброму. Тут конфеты дают именно за пожелание чего-то хорошего. Жаль, что сейчас эта традиция забыта. Мне кажется, это очень сближало людей, особенно соседей.